воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 26-28, ночью 17-19, выше 0. Ветер западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 27, ночью 19, выше 0. Западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 18, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 18, западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.